Приветствую вас на своем загнивающем канале. Меня никак не покидал интерес, как спидранятся рогалики, и как вообще в условиях рандомной генерации тренировать стратегии пробегов, при этом не сойдя с ума от постоянных рестартов. И вот не так давно я опробовал себя в спидране Монструма на категорию 100%. И вот теперь делюсь с вами разбором мирового рекорда, который удерживает норвежский раннер Дэч, с результатом 5 минут 28 секунд. Почему не процент, спросите вы? Потому что в отличие от сотки, здесь все упирается в рандомный спаун предметов в ближайших комнатах, из-за чего пробеги в этой категории занимают от 1 до 3 минут без каких-либо впечатляющих стратегий и обманов игры, в то время когда можно подготовить к побегу не один способ, а все три возможные. Стартуем! По правилам категории необходимо сделать так, чтобы каждый из путей побега был подготовлен к незамедлительной концовке. Спасательный плот надут и спущен на воду, вертолет отцеплен и заправлен, а батискаф заряжен и также опущен. И все это за один забег, ибо каких-либо сохранений загрузок в игре нет как таковых. Поскольку это рогалик, надо в первую очередь понимать, как работает игра. Ведь для пробега нужно найти 10 предметов в процедурно генерируемом лабиринте. Но обо всем по порядку. Несмотря на то, что в игре присутствует рандомная генерация комнат, форма корабля всегда одна и та же, и локации географически всегда находятся в тех же местах. Так что расположение локаций фиксировано, и уже так можно ориентироваться в однотипных коридорах. К примеру, самые крайние повороты на первой, второй и четвертой палубе гарантированно ведут в такие длинные коридоры, которые в свою очередь ведут в контейнеры. Такие похожие коридоры есть и на третьей палубе на корме, только ведут назад относительно лестниц. Это проход в машинное отделение. А на восьмой палубе административного блока находится капитанский мостик, на седьмом же палуба с плотом, и так далее и тому подобное. Знание внешней географии корабля позволяет легко ориентироваться в этом уникальном лабиринте. С предметами та же история. У каждого из них есть свой индивидуальный список локаций, где он может заспавниться. А если верить Вики, то на корабле у каждого предмета спавнятся дубликаты, кроме фары и сварочного аппарата. Но все эти дубликаты спавнятся в запертых комнатах, которые можно открывать предохранителем, если дверь электрическая, либо кинув туда предметы, издающие звук, если дверь забаррикадирована. Например, тот же насос может спавниться либо в контейнерах, либо в запертой комнате на нижних палубах, либо на седьмой палубе рядом с плотом. Рассказывать про спавн каждого предмета я не буду, отдельно упомяну только ключи и скотч, которые являются, пожалуй, самыми коварными из предметов, поскольку они достаточно маленькие, и их легко можно упустить из виду, когда пылесосите локации. Но самое главное, они могут спавниться в шуфлядках, которые раннеры не шерстят, ибо это занимает кучу времени. Так что приходится надеяться, что в комнатах, на местах фиксированного спавна мелкого предмета по типу глоустика или чашек, будут ключи или скотч. Также нижние палубы есть как на носу корабля, так и на корме. И если не нашли нужные предметы в одной части, нужно бежать через всю карту и шерстить уже там. И вот, держа в голове все возможные места спавна каждого предмета, нужно оптимизировать маршрут прямо по ходу пробега. Побегушки по кораблю занимают уйму времени, так еще и нужно успевать чинить варианты побега. Итак, ран начался. У игрока всего три точки спавна: на носу корабля на третьей палубе и в жилом блоке на корме, пятая или шестая палуба. Комната спавна в зависимости от расположения разная. Нас интересует жилой блок, так как здесь располагается умывальник, под который можно присесть и встать, провалившись в out of bounds. Таким образом, игрок не просто экономит время и пролетает из стартовой комнаты сразу в нижние отсеки корабля, так еще и обходит скрипт спавна монстра. В игре всего три монстра, на забег рандомно выбирается один из них. И только у инспектора желешки спавн перманентный, в отличие от дуделки и изверга, которые спавнятся примерно через минуту после выхода из стартовой комнаты. А поскольку игрок покинул комнату не через дверь, то таймер не активируется и монстр не заспавнится, что очень облегчает изучение корабля, ведь искусственный интеллект монстров всегда знает, в какой локации находится игрок, и направляет туда монстра, чтобы тот шерстил этажи в поисках игрока.
После пролета через пол раннер спамит кнопку прыжка, так как в то время, как игрок находится в затекстуре, игра начинает тупить и не понимает, стоит персонаж на твердой поверхности или нет. Из-за чего у игрока появляются неограниченные прыжки в воздухе, которые смягчают падение и не позволяют разбиться об нижние этажи. Раннер пролетает вниз и буквально на ощупь находит машинное отделение, с которого стоит начинать поиски предметов, ибо из него, грубо говоря, только один выход, там же где и вход. Но как раннер его нашел? Дело в том, что стартовая комната в административном блоке, как правило, спавнится в самой передней части локации, из-за чего можно сориентироваться по ближайшим коридорам, понять, где перед, развернуться и двигаться в сторону гипотетического машинного отделения. Если не нашел, то в лучшем случае можно протиснуться в коридор, ведущий туда. В худшем игрок просто провалится ниже допустимой точки, и игра зачтет проигрыш. Но раннеру повезло, и он угодил прямо на самый нижний этаж моторного отсека, из-за чего не придется бежать обратно вверх после изучения комнат. И еще один важный момент. В стартовой комнате находится фиксированный предохранитель, который необходим для концовки батискафа, и его пропуск может сыграть злую шутку, поскольку спавнится он относительно редко и в то же время может появиться везде. Так что если во время маршрута раннеру не попался предохранитель, то это рестарт забега, либо придется рисковать и возвращаться в стартовую комнату за предохранителем, таким образом активировав спавн монстра. А поскольку спавн предметов почти всегда против вас, то рестартить приходится очень много. Благодаря невероятно удачному спавну в моторном отсеке раннер берет кусачки, цепь, сварочный аппарат и две канистры. Так что теперь все по сути упирается на ключи, чтобы избежать бэктрекинга и потенциально начать заправку вертолета раньше, чем батискафа. Для чего это нужно, объясню позже. Раннер поднимается на самый верх по лестнице на восьмую палубу, находит батарею в комнате и оставляет цепь в коридоре, чтобы экономить место в инвентаре. Относительно часто ключи и скотч можно найти на капитанском мостике, но их там не оказалось. Так что теперь они могут быть где угодно. Но каким-то чудом, пробегая седьмую палубу, раннер находит скотч в раковине и ключи в куче хлама. Сет на вертолет собран. Выбегая на палубу, раннеру снова невероятно везет, и он находит рюкзак, который расширяет инвентарь на два слота. И находит два последних предмета в виде насоса и фары, которые спокойно могли заспавниться в контейнерах или в административном блоке. Благодаря такому невообразимому везению, все, что раннеру теперь остается, это отнести предметы в нужные места и сбежать. А от начала забега не прошло и 2 минут. Но все не так просто. Вместо ремонта спасательной шлюпки раннер оставляет предметы недалеко, а сам бежит сперва заправлять вертолет, по пути найдя предохранитель. Тут ничего особенного, просто отточенное движение, чтобы как можно меньше терять времени. Как вы помните, раннер обошел скрипт спавна монстра, и за вертолет можно не переживать, его никто не сломает. Сейчас объясню, почему важно сперва заправить вертолет. После починки субмарины раннер запускает процесс зарядки, который длится 2 минуты, и выбегает из комнаты, прежде чем закроются двери. Работает это так, что по изначальной задумке игрок должен тягать вот эту установку с баллонами от двери к двери, чтобы монстр ее не выломал. А для этого после нажатия кнопки запуска игра телепортирует монстра ближе к комнате с субмариной. И тут важный момент. Поскольку раннер активировал заправку вертолета и одновременно заряжается батискаф, искусственный интеллект монстра начинает разрываться между двумя целями и направляется к одной произвольной. И тут может как повести, так и не очень. Если монстр триггернется на батискаф, он выломает дверь и сломает панель, после чего рестарт забега. Но если триггернется на вертолет, он будет медленно идти к посадочной полосе, пока у раннера будет время добежать до жилого блока и спустить плот на воду. На все про все у раннера 2 минуты, пока заряжается субмарина. После подготовки плота идет интересный мув. Ведь если вы проходили монструм, то вы помните, что после запуска зарядки батискафа двери закрываются, а игрок выбежал из комнаты раньше закрытия. Как же ему теперь попасть обратно в комнату и отправить подлодку в плавание? Раннер спрыгивает с палубы вниз, но задевает территорию out of bounds и перепрыгивает невидимую стену на уровне 7-й палубы, после чего приземляется четко на перила и бежит вдоль кормы до носа корабля, пока монстр развлекается с вертолетом. К слову, он уже заправился. И тут происходит то же, что и в самом начале.
Раннер прыгает в Out of Bounds, огибая нос корабля, и через текстуры запрыгивает в комнату с субмариной. Он нажимает кнопку спуска на воду и активирует концовку. Это мировой рекорд. 5 минут 28 секунд в категории 100%. Просто немыслимое везение позволило оторваться от второго места на целую минуту. Такой шанс спавна предметов настолько низкий, что вот уже 2 года никто не может этот результат побить. Лучше уже просто некуда. Мне даже представить сложно, сколько рестартов потребовалось для расклада такого вот пасьянса из деталек. Ссылка на забег в описании. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии. Всем пока, ребята.